сегодня мы наблюдаем изобилие, и мы к нему привыкли. Для нас это стало обыденностью. Ценим ли мы это? И ценим, и гордимся тем, что у нас на самом деле обеспечена продовольственная безопасность в Республике Беларусь. Мы находимся на 3-м месте по производству льняволокна, на 6-м месте по производству ржи и на 10-м месте по производству клюквы. Сельское хозяйство сегодня – это важная статья экспорта, визитная карточка Беларуси. Мы видим, что экспорт прямо огромный. Это стратегическая линия, которой придерживается наш президент уже долгие годы. О самом важном, не упуская мелочей, расскажет «Наше время». В воскресенье в 20:30 после итогового выпуска новостей –